Всем приветики. Обычно вот люди, когда побывают в таких местах, как поликлиника, больница, приходят домой и моют руки с мылом. Как бы, чтобы смыть с них микробы, бактерии, которые они могли подцепить в больнице. То же самое я как бы помыл руки, но вся суть в том, что мы, находясь в больнице, все равно достаем телефон, смотрим время, трогаем его руками. И руки мы помыли, они как бы чистые, на них нет микробов. Чехол от телефона остается все такой же. Мы его трогали сначала в больнице, все потрогали, потом достали телефон, время посмотрели, с кем-то, может быть, поговорили. В итоге на телефоне остаются все эти микробы, вся эта зараза, которая в больнице. Может, ее и не было там, но если была, то если к вам попало на руки микробы какие-то, типа коронавируса или еще что-то, оно все оседает на телефоне. Что делать в этом случае? Просто снимается чехол с телефона. У меня такой чехол, что закрывает весь телефон. И остается только экран. Экран протираете, достаете телефон, протираете экран какой-нибудь тряпочкой, а чехол можно просто помыть полностью. Вот вы его под водой моете, даже можете намылить его хорошенько. Просто вот намыливаете полностью со всех сторон. Внутри все намыливаете. После чего хорошенько вот это вот все растираете, так же как и руки, в общем. Намыливаете, так руки вы же намыливаете, протираете хорошенько. Так и чехол намыливаете. Хорошенько протираете его со всех сторон, где вы могли трогать. Ну, внутри можно не протирать, вряд ли вы там трогали, но уже я как бы все, как бы, чтобы за компанию. Мало ли чего туда попало. А затем мыло смываете. После чего у вас чехол будет точно чистый. Без бактерий, без ничего. Ну, вот как у меня сейчас. Я с него точно все вымыл. А дальше он же мокрый. Просто ложите его на батарею подсохнуть. На пару часиков. Ну, если вы будете дома, к примеру, уже вечер, я уже точно буду дома, никуда не пойду. Можно легко оставить чехол на ночь на батарее. К утру он точно высохнет, и можно будет им пользоваться. И все. Вот. Просто ложите на батарею вот так вот, чтобы он подсох вот таким вот образом. А затем через пару часиков, когда будете там ходить мимо, просто переверните вот так вот, чтобы он подсох. И все. Вот таким вот образом ложите на батарею, чтобы он просто подсох. И все, и он остается так вот лежать и сохнет. Через пару часиков просто придете и просто можете его положить вот таким вот образом, чтобы он и внутри подсох. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедово. Теперь вы знаете, как можно дезинфицировать ваш чехол.